Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Еду в Цюрих в поезде и хочу показать вам некоторые зарисовки из окна. За окном видно много домов, которые находятся прямо у железной дороги. По всей видимости, жителям этого района, этого маленького мегаполиса, не очень-то по душе это соседство. Все-таки шум от железной дороги, в общем-то, значительный, если дома находятся вблизи железнодорожных путей. Но ничего с этим не поделаешь. Некоторые дома, они очень удобно отделены от железной дороги вот такими вот лесополосами небольшими. Но, к сожалению, это не везде и не всюду такое удобство для жителей близлежащих окрестностей. Погода сегодня замечательная, солнечная, в общем-то жаркая. Но, сидя в поезде с кондиционером и глядя в окно, этого не замечаешь. Можно очень приятно расслабиться и смотреть из окна на окружающую природу, окружающие окрестности, наблюдая приятные пейзажи, реки, дома, все то, что попадается на пути. Очень красивый вид, просто сейчас великолепный вид за окном, вы можете это тоже видеть. Река, которая находится прямо рядом с железнодорожными путями. Великолепный, великолепный вид. Здесь уже, в общем-то, находится только речка и вот такие маленькие, такие полоски зеленых таких насаждений. Дома остались где-то позади. И мы наблюдаем спокойствие водного такого покрытия, что ли, если можно так сказать. А также мелькают вдали баржи, проплывающие мимо. Вот маленький катерочек с туристами. Вот такие вот лесополоски, которые сейчас закрывают от нас пейзаж. Мост через речку и открывающийся перед нами новый населенный пункт. Очень красивый вид. Там вдали, где вот эти вот зеленые горные холмы. А вот и замок маленький показался. Быстро промелькнул и исчез. Только успевай смотреть. Поезд едет, конечно же, быстро. Все достопримечательности, все населенные пункты, которые имеются здесь по пути, они мелькают с такой скоростью.